Когда вы последний раз были в родной Чите? Давно. В связи с чем? Давно. Боюсь даже говорить. А почему? Не тянет? Нет, тянет очень, особенно последние годы тянет. Угу. Не знаю, может быть, в этом году. Я не загадываю никогда. Ну, правильно. Вот, но, наверное, у меня будет такое небольшое турне. Когда? Думаю, что где-нибудь в июне, наверное. В июле? В июне. В июне, да? Да. Хорошо. А когда вы последний раз были в кино? В смысле, в зале? Да, да, вот в кинотеатре. Не могу сказать. Это было да? очень давно. Да? Тоже не тянет, так же, как в Читу. Вы знаете... Вам не нравится то, что сейчас идет в кино? Нет, то, что сейчас идет в кино, я не смотрю, у меня нет времени. Это нужно пойти, отсидеть, там, прийти туда. Потом давайте говорить честно. Давайте. Если ты придешь в кинотеатр, то ты больше будешь раздавать автографы. Я просто, меня извините, но ах, ну да. Ну, так устроено. Ну да, да, действительно. В жизни это очень трудно. Даже да. на рынок трудно пойти, потому что деньги с тебя уже не берут, понимаете? Как меня отдогнали одни, по-моему, с Украины это были, женщины с помидорами летом. И говорили, ой, потому что мне нужны какие-то были, заказали помидоры, длинненькие такие, срочно там для внучки надо. И я так выбирал очки, шляпу, все надел, выбирал, выбрал там, быстро подошел, взял и ушел. Иду к машине, ну, топот какой-то. Я оглянулся, две женщины таких украинских бегут за мной, с корзинкой, и говорит, ой, подождите, я говорю, что такое, вот мы вам, почему к нам не подошли, я говорю, так я вот взял, мне, а вот мы вам, и дают мне корзин точно таких же, огромнейших, отборных помидор, я говорю, да я не могу, как же, ну, у нас цветов нет, но это вроде как цветы, но пришлось взять, поэтому после этого уже меня на рынок не пускают, в магазины не пускают. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.